Привет! Ты на канале CaseStreamer, и мы продолжаем играть в Эллатра. 11 испытание. Одно и то же. Итак, когда босс Анте-4 побежден, все джокеры становятся вечными. Когда босс Анте-4 побежден, слоты джокера становятся 0. Но, видимо, больше никаких джокеров уже приобрести не получится. Нужно определиться с джокерами до победы над боссом Анте-4. Ограничений нет, колода стандартная. Погнали. Может, флеш? Это такой флеш детский. Ну, как вариант, стрит. Ну, ладно, давайте стрит, наверное, возьмем. Да, хотя это, конечно. Ну, ничего не поделаешь. Потеряли доллар. Спектралочка. Красная печать. Как не хватило? Почему я понял, что хватило? Ну ладно, $1. Ничего страшного. Переживем. Вот так, конечно, привязывать себя к этим бабам. Давайте возьмем. Так, сначала Хермита поищем. Хермита, естественно, нет. Давайте сделаем вольта, а потом вольта переделаем в бабу. Как тебе такая идея? И бабу возьмем. Ну естественно, кто угодно, только не бабы. Ёпта, где баба-то? Так, ну смотри, пара троек. Это 16 на 26. На 28. Ну, 16 даже на 30, это 408. По-моему. Короче, полная херня. Ну, ничего не поделаешь. Будем так. Короля надо искать. Потеряли, как всегда, пару баксов. Где Хермит? Не хочет давать. Так параша все время надо. $15. Да не нужны мне твои $15 копеечные. Хватило, охренеть. Просто бесит.
Ну где Хермит? Да, удалить побольше карт. Красный. На бабу давай 5-5. Не, автобус, спасибо, не надо. Вот так вот. Тогда... Ну где дама? Где дама, сука? Ну чё, ну ни одной дамы нет, ну чё за херня? Хотя бы так. Карта Таро чаще появляется. Никаких сбросов. Ты их хер с твоими сбросами. Как не хватает? Ну как не хватает? Ну всего, все хватает. Это Анте 3 уже? Подожди, подожди. А это был босс Анте 3 или как, какой это был босс? Это мне не нравится от слова совсем. Мне нужен срочно ваучер минус Анте. Тузики. Любимые тузики. Так, 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 так. Сейчас, погоди, погоди. Погоди, погоди. Так, вот сначала все-таки вот так. Теперь вот так. Хермита, как всегда, нет. Очень херово, что нет хермита. Так, ну что, вольта в бабу? Или как? Тузиков надо побольше. И все. Тузы и дамы, больше ничего.
В принципе, должно хватить. Как может что-то тут не хватить-то? Хотя можно было поискать тузов и прокачать через туриста. То есть сильнее. Ну так это вот анте 3 или 4 будет вот после этого, ну, сражения с боссблайндом. Понятная какая-то история. Я вот не хочу вот с этим говном играть. Ну, чтобы оно вечным становилось. Я бы что-нибудь другое взял. Ну, если это, то, ну, хоть что-то, что-то есть нормальное. А, нет, анте 3, нет, все нормально. Смотри, а эта дама-то вообще хорошая. Мне нравится. Вот девушка. Что уже хватит. Хрена тут хватит. Туза надо искать, а туза нет. Печалька. Очень кстати, очень кстати. Смотри, вот этот будет вечно. И все. Херли париться-то вообще. Вот я с ним буду играть. Может, вот этого мудака удалю. Ну, конечно, посмотрим, а так-то все. Я прошел. Очень грамотно, при том и четко. Очень грамотно. И копейки, конечно. ГЦ-каре. Мультипликатор 20. Сколько всего хорошего скидываю. Больше карт прокачаем. А, нет, хватило 4200 надо. Так, поиск термита. Так что быть. Или еще одного тузика сделать. Не, давайте тузика сделаем.
Да, но бабки, конечно, жалко. Без повторяемых типов рук. Ну вот на тебе старшая карта туз. Как тебе такое, а? Мощно? Тузика показал, он уже обосрался. Вот это умение играть. Четкое понимание игры. Очень грамотно. И очень четко. Давай посмотрим, что тут. Пятерка. Давай возьмем пятерку. Ну давай пятерку. Удвоит бабки. Ой, ну давай. Лучше, конечно, с печатью улучшать. Ну, такой опции не было у меня. Ракетка. Стальная карта, ну вот. Да, он пусть будет стальной. Ну давайте посмотрим, что тут за шляпа. Да просто даму давай. Все трифовые карты ослабевают. Какого хрена они ослабевают? Я двойку не скинул. Ну. Вот три туза. Ну 44 тысячи так неплохо. А, этот не стал. Смотри, этот не стал. Костлявый, то есть его можно и продать. А вот этот нихера продать нельзя. Вот видишь, как хитро. Я себе освободил ячеечку. Вот Дмитрий Анатольевич бы не догадался до такого хода. Ни за что. Сделать стальной, ну хочется с стальной сделать вот эту бабу. Ну неплохо, 78 тысяч.
О, вот эта штука важная. Ну, что надо, конечно, сет, каре и фулл хаус прокачать. Что-то плохо. Две пары, ну давай две пары. Набор шута, спасибо, не надо. А, кстати, если я продам, то у меня все равно ноль. То есть не будет места. Об этом я не подумал. Но вот Дмитрий Анатольевич тоже бы об этом не подумал. Смотри, как хитро. Очень грамотно. О, смотри, как тоже очень красиво. Как тебе такое? Я даже там не ставлю какую-то там правильную последовательность, неправильную. Какая хрен разница, такой уж запас. Что за фигня? Какая пара? Не пара ты мне. Вот две хоть пары давай. Финный Джокер, опять пара. Пасть. Только один тип. Да, ну надеюсь. Как тут надо поставить? Надеюсь, что все хватит. Больше карат я не соберу. Видишь, не так много запас-то. Стальных дам-то нет. Легендарный Джокер, должно быть место. Сука, а места нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А места-то нет. Так, ну вот мне что нужно, дам или тузов? Давайте, наверное, все-таки дам. Издевается просто. Ну это просто смешно. Кляшка. Ты хрен с ним. Все, пошли. Пятерочка. А сколько он мне даст сейчас за пятерочку за эту? Ну просто вдруг он бы мне дал $20. Ну, вот это так более-менее. Сорок фишек, сорок. Здесь 20, 54. Ну, давай, давай, сыпани. Не знаю, куда мне эту стекляшку-то?
Давайте Вальта сделаем. Тут не очень. Пойдет. Не, ну это слишком. Ну а где нормальные тузы там? Всякая всячина. Двух тузов, неужели не хватает? Нет. Вообще ни хера ни разу не хватает. И что нам делать? Ну, мне это вообще не нравится. Я, кстати, неправильно, мне надо было пятерку разыгрывать, а не шестерку. Хотя бы мультипликатор. Ну сейчас-то всего хватит. Да, да, много, но куча из них бестолковые. Не стальные. Это плохо. И улучшенный с лицом. Да не надо. Здесь что? Вообще издевательство какое-то. О, вот это хорошая вещь. Пара, деньги на ноль. А, пара чаще всего разы. Понял. Нахер сплит. Не хватило? Как так-то? Дополнительный слот в лавке. Давай. Все равно шляпа. Шляпа. Хорошая вещь, конечно.
56 тысяч. Ну это же просто смешно. Блин, а зачем я это сделал? А вдруг бы нашлось место? Ой, отстой какой. Ну, самая крутая карта, и он мне, конечно, не дал ее сдублировать. Падла. Но у меня простые тузы еще есть. Но мне лучше бы что-нибудь стальное вот такое. Хрена лысого. Стальное. Все, не хочу это. Играю 5 карт. Нет, давайте тогда не будем. Ну где же? Мне давно отпустить. Может не хватить. Восемь тузов. Ну, у меня есть костлявый, конечно, но не хотелось бы его тратить. Ну, дам-то у меня дохера просто. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Не хватило. Выстояли. Дополнительный сброс. Возьмем фулл хаус. Отстой. Тут наборов нет. Очень большой блайнд. Вот это дерьмовое. Ну... хрен с ним, давай. Две карты Таро создаст. Бабки. Мне бы сдублировать нормально баб этих. Ну, здесь. Мне надо 75 тысяч, получается.
Слушай, это неплохо, 245. Может, я и без костлява пройду? А, вот это вот. Планета X. Планета X, давайте возьмем. Ладно, давайте здесь посмотрим. За шляпа. Каре тоже пойдет. Ну где вот та дама, которая мне нужна? А? Говнюк. Вот сучий потрох просто. Ну реально ведь. Ну кончен и просто. Совсем хуевенько. Что же мы будем делать? Туз у меня этот не раскачан вообще нихера. Ну блин, ну чё за отстойный расклад? Псы как дохера тузов, и они все оказались в заднице. Дама, которая мне, сука, так нужна, она тоже не появилась. А мне нужно 27 тысяч. Ну, понятно, что я могу превратить 9-10 в тузы, взять 2 вольта, 3 туза и послать их нахер. Ну, все равно это больно и обидно. Я ж мог, да, нормально даму дать и все. Карта множителя. Какого множителя? Хиромант. Влюбленный. Бомжара. Ясно, понятно. Титузов можно, наверное, получше сдать. Говноед. Костлявый, на тебя вся надежда. Вот и все. Вот видишь, порвал просто, как тузик грелку. Неплохо тебя обучил. А знаешь, кто меня обучал? Меня же обучал Дмитрий Анатольевич. Ты ли это, родной? Не узнал. Ну что, прошли.
с огромным запасом. Просто с фантастическим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи. Всем пока.